Спонсор сегодняшнего выпуска – Димикей, магазин игровых ключей. Дешевые цены на игры, вещи CS GO и Dota 2. И все это можно получить, перейдя по ссылке в описании. А еще эту рекламку можно закончить очень быстро, так как это делают в торговых центрах или в эфирах по радио так быстро, что нихера непонятно, что обосраться. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Пам-пам-пам-пам-пам. Всем привет, дорогие друзьяшки! С вами Евген Контра и Маугли, конечно же, Леон. Мы с вами играем сегодня на карте Марио РПГ. Марио РПГ, то есть это ролевая игра Марио. Всем привет, сейчас мы будем пытаться учиться стрелять с РПГ. Да, а те, кто на другой стороне баррикад, они будут машинами сбивать из-под нас вот эти вот красные бочки. В этом как раз прикол и название, что это Марио. Ой, я упал вниз. Я упал вниз. Нет! Я упал вниз и разбился. Просто упал. Я что, один здесь остался? Блин. Да, походу ты один, прикинь. Вот так просто. И с олигархом остался. Не просто я целился, и все. Прыгай на другую бочку, она упадет сейчас. Ты видел, они двигают эти контейнеры. Так в этом-то смотри, прикол, почему Марио? Потому что в Марио ты подпрыгиваешь и ударяешься об такие, головой кирпичи бьешь. А, я думал, что у вас шансов нет вообще. Не, шансы есть, особенно когда он подлетает. Лови подачу. Все, олигарх. Держись, Маугли. Походка на одном. Я держусь. Они все накренились, смотри. Да. Там под ними, короче, висит в воздухе деревянные дощечки, их держат, понимаешь? А, ты, кстати, можешь на дощечку встать. Даже можно, на дощечку встать, но это, я думаю, надо быть ювелирным вообще. Это вообще, помните, как мы в Детране постоянно падали? Так здесь вообще... Блин, они все сюда идут. Все? Слушай, а что, олигарх жив, что ли? Да, он как-то упал и остался жив, когда я упал. Может, он просто на бочку как-то вот так вот, на эту красную кувырком, я не знаю. Не знаю. Нифига. Опа, олигарх. Олигарх, смотри, молодец, он залез, короче, на контейнер, который уже упал внизу. Да ты чё? Да. Он внизу стоит, что ли, стреляет? Да, он снизу стреляет, он стоит на контейнере. Хитрец. Так, я сейчас по машинам прям буду. Чёрт. Ой-ой. Держись. Я держусь. Гоша рулит, уже все наблюдает. У вас осталось 2 на 2, кстати. Мне нравится, просто что машины да. Такие красенькие, ты сам красенький, контейнеры тоже красенькие, все красенькое. А, все на стиле, как-то. Цвет нашего выпуска красный. А знаешь, что у меня осталось всего 2 ракеты, и чтобы взять следующий РПГ, мне придется... Они спавнятся прямо на тебе. О, все. Успел, молодец. Я понял, что он меня сейчас собьет, поэтому я решил, что мы пойдем в ад вместе. Олигарх тем временем. Олигарх с канистра бегает. Смотри, с канистры бегает. Ему по-хорошему надо машину угнать, но его давят. Да-да. Офигеть. Держись! И у него шансов нет вообще никаких. Он сейчас его просто сдавит. Есть, может, смотри. Он сейчас попытается выкинуть его из машины, что ли? Вообще, олигарх всех победит. У него хп осталось совсем чуть-чуть. Да ладно. Канистры. Ты всех победишь. А они вылезти не могут? Сделать-то ничего не могут. А, нет, смотри, тоже вылез. А у них оружия-то нет? У них тоже канистра. В кулаках. О, офигеть, смотри-ка, у него РПГ. А у него оно кончилось. Давай, бей! Битва гладиаторов. Нормально. Смотри, ты видел, как он с альтак? Задай в машину, давай. Давай, садись в машину. Давай, мужик, садись в машину. Садись. О, молодец. Давай. А, нет, не могу. Выкинул. Его посели в машину. Давай, чувак, он за той машиной. И накрыло его. Его машина. Это было круто. Это очень было круто. Ран поражения. Веселая карта. Да. Очень прикольно получилось. Смотри, они прям по 6 косарей заплатили. Нормально. Ну. Сколько у нас раундов, так сказать? Кстати, один какой-то вышел и написал, что мы читеры. Да. Я не знаю, только типа не надо читерить что-то там. Лев, по-моему, это тебя плохо сейчас слышно, то ли поближе, то ли как. Меня затягивает, да, наверное. Куда? Ну, блин. PlayStation тебя в компьютер затягивает? Да, меня. Вот сейчас нормально. Засасывает.
Продолжаем раунд. Команда уцелевших. Марио против РПГ. Пытаемся сейчас. Выбираем машинку, господа. О, а вы замечали, что на машинах какие-то эти выпуклости? Выпуклости? На... А, сбоку? Или что-то броня так как-то выглядит. Так, ладно. Офигеть, они уже по нам стреляют. Че, вы готовы? Мы готовы. Я уже еду. Поехали. А, ты уже едешь там? О, боже! О, боже мой! Ракеты! Они стреляют прям по выезду, нифига себе! Уворачиваемся! Подожди, что, двое что ли всего? Слушайте, иди нафиг! Слушайте, они стреляли с РПГ по моей тачке, и моя тачка не взорвалась. Что-то на бронировании, скорее всего. Да? Я поеду другую лучше возьму. Надо с двух сторон, короче, знаешь, Маугли, подожди, пока не дави, с той стороны я... А, вот кстати, ребята, если у вас тачка дымит, я советую вам заменить. И моя тачка задымилась, я пошел заменил ее. Моя машина дымит. Как моя задница. Там надо их скинуть вниз и все. Так, у нас двое вверху, да? Ну иди сюда, сына! Да что ж, я тупо не долетаю, понимаешь? Братан! Я скинул там есть. Я одного скинул. Ага. Я на этого залетаю. Эй, бабу! Блин, покончил с собой. Я не могу разгон набрать нормально, понимаете? Я не могу разогнаться нормально и в них влететь. Порвали. Почему? Почему ты не можешь? А я не знаю. Не знаю. Просто вот острел упал один. Короче, получается, на эту машину два раза. Со второго раза два. Держи подачу! Мы победили. Что, все, да, сбили? Да. Раунд мы победили, кстати. Класс. Да. И смотри, такие мы, опа, упали, все. Мы к бою. Готовы. Смотрите, надо стрелять вот по этому выезду в центре, который. Да. Они просто тоже... все оттуда сейчас вылетают. Не, ну мало по кому попадем таким образом, мне кажется. Попадем. По кому туда попадем? А, они хитрые, они сбоку выезжают. Уау! Маугли, держись! О! Покончил с собой? Что? Ты покончил с собой? Ты покончил с собой? Как ты можешь так вообще? Я упал и разбился. Но я одного подстрелил. Самое что интересно. Да? Поэтому я буду наблюдать за вами. Да, давай. Да, ладно. Капец, их сколько? Давай, у тебя очень хорошая, крутая, вязаная. У нас там один едет. Шапочка? Жилеточка. Ты должен. Не видит. Ё-моё! Вообще косанул прям. Чё происходит? Надо в разные стороны еще смотреть, а то они с разных сторон едут. Давайте я буду смотреть, если что-то сзади будет ехать вдруг. Ну почти. Почти. Так. Ух, смотри, чуть-чуть не попал в него. Ой, чё прям передо мной взорвалось? Ой-ой-ой! Чё передо мной взорвалось? Ой, мама! Ой, ой, дерево! В кусты! Я остался как-то. Слушай, а как олигарх остался жив тогда? Я не знаю. А может, упал просто с контейнера? Он был на контейнере, короче. Да. Понятно. Значит, если падаешь, держись с контейнера. Ну, типа того. Да. Я попасть не могу в них. Я не знаю, как они попадают. Здесь. Самый верный способ — это ждать, пока машина полетит к тебе прямо. Уже с трамплина. Прямо ой, на тебя. Я попал в машину. О, попал. Бум! Пошел. Все, я один остался, походу. Все, да, олигарха убрало просто. У тебя два врага всего осталось. Всего? Блин. То есть вообще там так, всего. Сзади. Так. Я знаешь, как сделать? Смотри, по-хитрому. Опа. Нет, не надо, зачем ты здесь сидишь? О, смотри, он реально по-хитрому. Погоди. Что по-хитрому? Тебя выдавило обратно на контейнеры. Точно читер. Пофикшено. Ну, это такое дело. Давай. А, блин, я косой. А, он не долетел просто. Стреляй, пока он приземлился. Был. Он еще сигналит мне, посмотри на него. Сигналит, да? Да, он сигналил мне. Слушай, их там двое осталось. Один 52 уровень, другой 12. Я жду их. Ну, 502, да, тоже 112, в общем-то. Один возвращается, второй где? Я второго не вижу. Второй там же где-то спрятался. Может, там в ангарах самолет есть? Иди сюда. Не зацепил. Так, ну это у нас летает Гашан рулит какой-то. Гашан рулит у нас. А вот, смотри, еще летит. Ой, держись. Выжил? Нет, не выжил. Смотри, там что-то катается. Смотри, там какой-то бульдозер прям, смотри.
Где? Где? Вот, вот, вот это. Стой, стой, ты кто? Откуда стой, ты? Стой, где? Чего? Кого? Во-во-во-во-во. Где, блядь? Я не понял, что это было такое? Я никого не видел вообще. Я, кто смотрите, вот вы езжаете, а я слева стою, и он на тягаче сейчас. О-о-о. Ты на тягаче стоишь? Сейчас, погоди-ка. Вот, вот этот парень имеет автомат. Есть, я одного сбил, походу. Так. Ух, я прям застрял, 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 я очень опасно сейчас. Прикиньте, я пробил себе автомат. Да ну. Да, короче, ехал грузовик военный, я вытащил оттуда водителя и забрал у него автомат. Ты в карту уехал, что ли? Нет, он рядом, вот он прям на взлетной полосе ехал, что самое забавное. Я, конечно, сейчас буду, наверное, не очень честно делать, но я постараюсь их отстрелить просто-напросто. Да, что, тебя читером назовут просто. Они офигеют. Просто. Они меня читером назовут, да. Ну вы-то, ребята, знаете, что я не такой. Да, да, мы знаем. Поэтому, ребят, вот которые сейчас играют с нами, а это живые люди, в общем-то, ребята. Если вы думаете, что ли он читер, просто зайдите, посмотрите запись этого видео и узнаете, откуда у него появится. Я реально одного застрелил. Вот просто реально одного застрелил. Ему, наверное, не, сейчас обидно. Он сейчас полюбас напишет, что читер. Он напишет, что полюбас. Я читер. Полюбас. Олигарх, Олигарх, ты что делаешь? Взял меня врезался, видел? А, все, у меня кончились патроны. А. Пойдем еще ловить. О, это было очевидно, я просто чувака выгнал с нашей сессии. Он там один остался, у них команды все поуходили. Нифига себе! А, все. Меня наказали. Слушай, Гошан рулит, он обиделся и вышел. Да, я... Зачем ты его подстрелил? Я обидел пацана. Мне так стыдно, честно. Гошан, прости, да, мы не хотели. Просто ух ты! Я зацепил его, нет? Кто знает? Зацепил, зацепил, все. Победа! На лету, прикинь. Он меня, я его, прикинь. Погоди, вот. У нас четверо против одного? Они повыходили, потому что, видно, стрелять начали с автомата. Ай-яй-яй. Эх, Лёва, Лёва. Ну я, чё я, вот ну так. Что же ты наделал? Стыдно. Стыдно? Ты заставил тебе выйти. Теперь на никто больше не верить не будет. Оу, ну вы-то, ну вы-то верите мне. Мы-то верим тебе, да, но нам от этого не легче. Ну да, так-то. Какими-то вообще непонятными путями мы побеждаем вообще. А мы ему скажем, куда он попал. Он попал на YouTube. Круто, ты попал на YouTube. Ты звезда. Ты звезда. Давай ракету лови. Да-да-да. О, ой, очень его застреляли. Ты видел, ты видел, твоя машина подлетела. Да-да-да, у него аж подкинуло. Опа, и смотри-ка, чё, блин. Не олигарх, он реально олигарх. Он попал прям в него на лицо. Олигарх вообще красавец. Он упал вниз, ты видел? Бежал и упал вниз. Ну всё, это конец. Это конец. Олигарх молодец. Ну а на этом мы прощаемся. Да? Обязательно, ребят, влепите лайки этому видео и подписывайтесь на каждый из наших каналов. Ссылки есть, конечно же, в описании. Но мы увидимся в следующий раз с вами. Да. Всем удачки, всем тортик. Всем пока.